Ну, давай, открываем. Что там нам крестная подарила? Надо ножницы. А ножницы ты не сделаешь? Ножницы. Копилка, черепашка, я возьму. Откроем их сегодня. Тут подарки от мамы и папы и от крестной. Давай сначала откроем от мамы и папы. Делать подарки в пакетике. Вот. Мой подарок — это такое вот красивое платье. У меня такая кофточка. По одному? Да. Угу. Как раз Камилочка в Египет, да? А у меня такая кофточка. Тут написано Нью-Йорк. Вот это такая кофточка красивая. Угу. Да. Стушка. А у Каролины вот такая вот кофточка. Да, черная. Такая. Да, такая? Да. Тут даже такая, как у Камилы, только розовая у Камилы. У меня была розовая, она уже маленькая. Она уже на Каролину, да? Да, она уже Каролина. Да. Да. А я сюда ее положу. Кто такая Лена? Лена — это моя крестная. Ну давай, открываем. Что там нам крестная подарила? Надо ножницы. А ножницы ты не сделаешь? Копилка. А копилка, черепашка, ее можно открывать. Камил, дай крестная откроет. Ой, а ну покажем, что там. Пластилины. Да, пластилины. Ой, какая милая. А ну покажи. Ее даже на елку, да, можно вешать? У меня такая желтенькая. Как елка. Ой. Вот такая классная. Формика. Формочка. Это инструкция, как лепить баклажан. Как лепить баклажан? У меня как грибок. Тут наклейки. Вау, это наклейки петушка, собачки, какого-то животного и... Это наклейки. Черепашка, сова, банан, сова, рыбка, краб. Банан и что это еще? О, что это? Луна. Это луна. Да, похоже на луну. Вот такие вот пластилины. Подарки. Да. Черепашка. Да, и сразу вешайте на елочку, да? Угу. Потом, когда Томата. Уже... Опа-на! Это мне, наверное, да? Когда полепите пластилин, потом сюда можно блестки, да? Мишуру порезать, засыпать, и будет красивая игрушка на елку. Опа! Что это, Каролина? Папа, даже и не думай. Папа уже рот открыл, хочет конфеты у Каролины забрать. Так, у меня такая шоколадка, белая шоколадка. О, мячик. Дай попробовать.
Крестная с папой уже точат, да? Вкусный орешек. Крестная, мы твой подарок будем раскрывать? Садись к деткам под елочку и раскрывай свой подарочек. Стесняешься? Вкусные такие орешки. Они сладкие потом будут. Жуй, жуй, сразу жуй. Зуб аккуратно. Не, же надо налить. Ждите тогда. А ты не пьешь кока-колу? Так, а крестная еще нам какой будильник подарила на день Николая? Просто Камила дома еще не была, она у нас вечно в поездках. Да? Да. Мы показываем будильник. Ой, какая красота. Ой, Камилочка, а ну еще покажи саночки. Какие крестная нам сделала. Каролина, правда, уже свои затоптала. Да, Каролин? А вот на столе. Вот такие вот самки. А ну показываем. Они далеко не видят. Да. Да еще долететь. Да. Если хотите заказать такие саночки, обращайтесь к нашей крестной. Да. Она у нас мастерица, рукодельница. Да, она все умеет. Угу. Так, что мы дальше открываем? Что? Давайте будильники не будем, да, открывать. Это так жалко, так, блин, так и оставим их до следующего года висеть. Или нет, Каролин? А потом... Ну ничего страшного, пусть пропадают. Так, что у нас дальше? Все? Все открыли? Да. А вон открываем мамин подарок. Да. Крестная, которую подарила. Это? Да. О, это полотенце? Угу. Это какао. Открывай, каша. Покажи. Это не кашу, это какао. Или чай. Капучино. Капучино. А там, у нас, стоят подарочки, это уже завтра. Это бабушки, дедушки. На подарочки. Новый год. Угу. Это ж, кстати, нам тоже помогала крестная. Покажи Деда Мороза, крестная, что сделала. А снегурку запечатали бутылка. Уже. Вот, бутылка. Камил, бутылочка. Каролина сразу, бутылку. Это Дед Мороз. А Снегурочка красавица, но вон стоит, а еще елочка вон стоит, а Снегурочку уже запаковали, вон видишь подарок, ага. Дальше, да, он уже запечатанная. А елочку покажи. Вон елочка. Да, елочку это папе на Новый год. Да. Покажи елочку, Камил. Вот такая вот елочка. Красивая, да? Да. И еще подарок. Это дедушки. То дедушки и рюмочки запечатаны. Ну, а остальные подарки мы уже завтра, когда Дед Мороз принесет, да, нам. Потом уже будем показывать. Так, показываем мои полотенечки. Да, вот такое вот полотенечко. И ложка. Да, ну и там, сколько у нас там? 5 полотенечек. Полотенечек. Подарками поменялись, да? Семейными. И будем ждать сегодняшней сказочной ночи. Да. Когда придет дедушка. Не приходит, он прилетает. Прилетает, да. Прилетает через камин, да? Разбивает стекла. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами были Камила и Каролина на канале Камила и Каролина. Пока-пока. Пока-пока. Нажмите на красную кнопочку и на колокольчик. Ждите Дед Мороза. Папа, может, сядешь под елочку к ним? Дед Мороз. Нажмите на красную кнопочку и на колокольчик. Будет выходить новое видео. Пока-пока. 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 С Новым годом! Смотрите следующее видео. Пока-пока! Пока-пока.